Здравствуйте, меня зовут Лада Викторовна. Я учитель математики и физики от Ассоциации репетиторов. Занимаюсь преподавательской деятельностью я уже достаточно давно, с 2017 года. И за это время еще ни разу не пожалела, потому что эта деятельность совмещает для меня две мои самые любимые вещи. Во-первых, я люблю точные науки, я люблю естественные науки. Меня всегда увлекал окружающий мир, то, как он функционирует, из чего он создан, почему все это происходит, да, причины вещей, причины и их следствия. И к тому же, кроме этого, я очень люблю людей. Для меня огромное удовольствие донести человеку, другому человеку, то, как прекрасен мир, как интересно на него смотреть, под таким углом, под таким углом. И в этом для меня большая радость. Соответственно, со своими учениками я прежде всего ставлю цель объяснить им, что мир устроен не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Что на него можно смотреть с любопытством, на него можно смотреть с интересом. Физика — это наука, которая как раз рассказывает про то, как уникален наш мир. Что касается математики, то здесь особый интерес. Математика — это сфера, которая была придумана силой человеческого разума. И абсолютно восхитительно узнать, по каким законам этот интересный алгоритмичный язык работает. Поэтому я буду ждать вас на своих занятиях. Работаю я и как в помощь, да, по программе школьной, так и подготовка к экзаменам: математика, физика, ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11. У меня большой опыт, я уверена, что мы сможем и какой-то интерес зародить, и, соответственно, написать на высокий балл при нужной с обоих сторон усердии, при нужном усердии. Так что я буду вас ждать и буду рада познакомиться.